В многопрофильном медицинском центре «Стомед» организована работа отделения восстановительной медицины. Здоровье является важным фактором в жизни людей. Мы рады помочь здоровым людям повысить свои резервные возможности, повысить трудоспособность, стать более здоровыми и счастливыми. Наши специалисты помогут пациентам, страдающим хроническими болезнями, избавиться от боли в пояснице, избавиться от боли в суставах, излечить недуги, которые мешают получить достаточное качество в личной жизни. Наше отделение расположено на 7-м этаже и представлено специализированными кабинетами, консультативными, кабинетами для проведения массажа, физиотерапевтического лечения, залом для индивидуальных и групповых занятий, лечебной физкультуры и проведения кинезотерапии. В отделении проводятся занятия на вспомогательных тренажерах под постоянным мониторным наблюдением и врачебным контролем. Немедикаментозные методы лечения не только альтернативны лекарственным, но и имеют значительные преимущества. Это методы физиотерапевтического лечения. Ударно-волновая терапия – эффективный способ лечения, основанный на воздействии инфразвука. Озонотерапия оказывает противовоспалительный, обезболивающий, заживляющий эффект, повышает иммунитет и нормализует обмен веществ, расширяет сосуды и улучшает кислородную функцию крови. Кинезотерапия – это лечебные движения, направленные на разработку и улучшение подвижности крупных и мелких суставов, сегментов позвоночника, улучшение эластичности сухожилий мышечной ткани. К данной терапии прибегают в ходе лечения таких заболеваний, как хронические боли в спине, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, остеохондроз, сколиоз, грыжа шморля, артриты, артрозы, болезнь Бехтерева. Лечебная физкультура является методом функциональной терапии и способствует предупреждению осложнений многих заболеваний и последствий травм, способствует восстановлению организма. При соответствующем индивидуальном подборе комплекса упражнений можно избирательно воздействовать на рефлексы, улучшать работу сердца, легких и желудочно-кишечного тракта. Наша лечебная гимнастика проводится с использованием специальных тренажеров, оснащенных безопасным сидением и предназначенных для людей с ортопедическими и неврологическими проблемами. Глубокие знания анатомии и физиологии позволяют врачу-остеопату понять причину боли. Руки остеопата способны уловить только начавшиеся изменения, которые причиняют боль и приводят к внутреннему напряжению мышц и связок. Остеопатическое лечение очень мягкое. Его можно проводить детям, беременным, людям преклонного возраста без риска осложнений. Комплексное воздействие на организм оказывает СПА-капсула. Это инновационная технология, сочетающая в себе воздействие инфракрасного тепла с паром и различными видами гидро- и хромотерапии. Процедура способствует снятию напряжения и стресса, улучшает кровообращение органов и тканей, усиливает все процессы в организме для выздоровления. Коллектив нашего отделения рад оказать профессиональную помощь практически здоровым людям. Провести реабилитационно-восстановительные мероприятия пациентам, страдающим ортопедическими заболеваниями, артритами, артрозами, перенесшими травмы, оперативные вмешательства. Мы хотим повысить качество вашей жизни и работоспособности, сделать вас более счастливыми и сильными.